«Живая победа. История в лицах». В Челябинске открыли уникальную выставку реконструированных военных фотографий. Несколько месяцев организаторы проекта колесили по городам России и воссоздавали снимки 40-х годов. В итоге отобрано 90 личных историй и 10 общих снимков. Здесь это статуя. Здесь это живой человек. И для того, чтобы он был максимально похож, его пришлось закрашивать. То есть мы просто закрасили и реально половину лица закрасили, вот шею и так далее. Одной из самых сложных оказалась реконструкция снимка скульптора Веры Мухиной. Чтобы воссоздать его, организаторы на заказ сделали барельеф, копирующий тот, что изображен на фото. А актрисе театра, которая выступила в роли Мухиной, пришлось красить волосы. Остальные реквизиты, костюмы и аксессуары организаторы искали по свердловским киностудиям, театрам и частным коллекциям. И такая кропотливая работа шла над каждым снимком. А есть мужчины, кто, например, потом, особенно получая фотографии готовые, говорит: «Боже, как я похож на своего прадедушку, я не знал, что я так на него похож». А просто ведь все дело в том, что определенный наклон головы, определенный взгляд, определенная атмосфера, определенное настроение, и вы просто как бы совпадаете, да, накладываетесь друг на друга. Цель проекта – познакомить современное поколение с историями своих родственников, фронтовиков и тружеников тыла. Под каждой фотографией краткий рассказ о героях снимка, о том, как воевал прадедушка. Константин Козин узнал практически из первых уст. Владимир Васильев оставил записки с воспоминаниями военных лет. И вскоре семья планирует их опубликовать. И в то время, когда начался перекрестный огонь, они пошли в атаку, где был ранен сам старший лейтенант. И он сказал прадеду, что «не бросай меня». И прадед помог ему, он положил его на плащ-палатку и донес его до медмашины. Выставка «Живая победа» будет работать до 29 мая. Она расположена во втором корпусе Челябинской академии культуры и искусств на улице Орджоникидзе. Вход свободный.